Здравствуйте, коллеги! Здравствуй, Казань! Бессмертный полк прошел по улицам города Нижнекамска. В этом году заявки на участие подали 5000 человек. В итоге желающих оказалось в два раза больше. Если в прошлом году был более короткий маршрут, то в этом году нижнекамцы с портретами своих дедов и прадедов заняли три больших проспекта – Строителей, Химиков и 50 лет Октября. Что касается ныне здравствующих героев, всего в Нижнекамске и районе их осталось 177 человек, 2133 труженика тыла. Конечно, не все пришли сегодня на парад по состоянию здоровья, но всего горожан на торжественном мероприятии было более 27 тысяч человек. Праздничные мероприятия будут идти до самого вечера. Через несколько часов в парке чтения и отдыха начнет работу танцплощадка с духовым оркестром. Концертные площадки расположились во многих точках города. Закончится это грандиозное мероприятие, конечно же, салютом. Его запустят из сквера Лимаева ровно в 22:00. У меня все, коллеги.